Мерседес 210, полная утеря ключей. Ключ был большая рыба. Будем делать ему на неке новенький ключ. Вот такой вот. Процессор мы сняли. И сейчас будем программировать. X-ProCam. Так запросто он его читает. X-ProCam. Сохраняем. Так, пишем 210. Поэтому дампу сгенерируем ключи и будем заливать NEC. Так, выбираем пятый ключ и записываем. Все, записался. Проверяем. Ключ номер 4. Все, записано. Запаиваем наш NEC в ключ. Собираем ключ и будем пробовать его запустить с замком. Теперь мы подготовили ключ. Вот он. Записали его. И будем активировать в замок. Через эмулятор. Включаем. Эмулятор мигает.